это не их профессия, это их хобби. А есть ребята, которые научились на скрипке играть с нуля. То есть они, скажем, года 2-3 назад вообще на скрипке не играли. А вот это заслуга большая этих ребят, что вот мы так вместе выступаем и достаточно интересно и разумно играем. И, конечно, не всегда у нас все получается хорошо, но я думаю, что вы к нам благосклонно будете относиться. И вот сейчас прозвучит известная пьеса тоже оркестровой музыки Лерой Андерсон «Вальсирующий кот». У нас сегодня премьера. Если можно, поддержите нас, пожалуйста. Thank you.
Алексей Шашкин Вадим. Thank you.
раз выступал оркестр «Арт-Новый» и дирижер, прошу прощения, Людмила Рогова. Спасибо им за большое, за такое чудесное исполнение, такой прекрасной музыки. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо всем большое. Так, ребяточки, все там встали, всех видно?